Привет, всех любителей курицы. Да, курицы не в простом маринаде, а очень-очень-очень вкусной и ароматной. Я приглашаю к себе на канал. Как я это готовила? Смотрите видео. Прежде всего, чтобы курица была вкусная, нужно приготовить хороший маринад. Я, конечно, курицу бедрышки просто-напросто использовала куриную приправку, но для того, чтобы готовить в духовке, я приготовлю маринад. Что я беру? Я его сейчас возьму немножечко. Ворчестерского соуса. Вы можете брать соевый. Вот так, на дно. 3 ложки. Он не очень соленый, он такой приятный. Дальше вот такой вот у меня есть. Это все китайские приправки. Сколько тут тоже, где-то 2 ложечки будет. Это более соленое, поэтому сильно много не добавляйте. Дальше. Теперь я возьму черный молотый перец. Где-то пол чайной ложки сюда добавляю. Сразу можете добавить столовую ложку сахара или меда. Конечно, если мед, то структура будет у вас погуще. Паприку сушеную. Я добавлю чайную ложку такую хорошую. Перемешиваем это все. Перемешиваем, пока сахар полностью растворится. И сюда растительного масла. Столовую ложку. И теперь добавляю, у меня есть вот такой лимонный экстракт. Вы можете добавить сок лимона, яблочный уксус, рисовый уксус. Или же можете добавить обыкновенный уксус. Здесь вот уже смотрите по вкусу. Как вам нравится, как бы вы хотели, чтобы было. Так и делайте. Очень вкусно. Соли не добавляю, потому что у меня соли. Лучше немножко соуса еще добавлю. Вот так. Соль не использую вообще здесь. Так, перемешиваю, пока растает сахар. У меня курица, смотрите, то, что я вам говорила. Я взяла вот такие бедра и просто-напросто присыпала приправой курицы. Вот. Они у меня 2 часа постояли, просто в приправе. Кость не вынимала. И теперь вот это все, чтобы сахар ушел, высыпаю сюда. Хорошенько перемешиваю. Даю постоять 20 минут и отправляем в духовку. Вот хорошо так перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся этим соусом. Знаете, что я еще забыла? Ай-яй-яй-яй-яй. Нужно было добавить столовую ложку или кетчупа, или томатной пасты. Значит, я добавлю прямо сюда сейчас. Просто с головы вылетело. Так бы оно размешалось, а все. И теперь получается, мне нужно вот это все соединить. Не забывайте. Все, перемешиваю и оставляю на 30 минут. Можете включить духовку, пусть духовка потихонечку прогревается. Смотрите, какой прямо соус красивый. Я не знаю, вы можете перемешивать ложкой. Мне удобно рукой. Смотрите, какая красота. Вернула я курицу. Беру противень, застилаю его пергаментом. И вот так хорошо еще в этот соус и выкладываю. Так, корочка поднялась сюда, ее шкурочку. Выкладываю на противень. Все, что осталось в миске, выливаю наверх курицы. Вот так. Это будет вкуснятина, я вам не могу передать, как это вкусно. Никакого рукава, никакой фольги. Отправляю в духовку 180 градусов. Вот так до готовности. Смотрим, что у нас. Ой, осторожно. Ой, что-то там у меня накапало на печку. Что ж такое? Брызнуло, что ли? Ой, какая красота. Смотрите. Ай, как оно тут все. Вот тут немножко прихватило. Надо было ниже чуть-чуть опустить. Какая красота. Так, а ну-ка сейчас попробуем, как у нас тут сбоку. Вот. Я думаю, что уже все готово, ребят. Потому что можно этим температуру померить градусником. Красота. Надо так немножечко, наверное, развернуть, потому что кожица что-то начала. Можно, знаете, что ложечкой взять, сейчас я полью вот этой маринадом, полью курочку. Вы знаете, я взяла вот так вот
перевернула. Сейчас я включу свет. Смотрите, я перевернула, и как раз оно и не маринада возьмет. И 30 минут уже у меня в духовке. И сейчас поставлю, пусть еще чуть-чуть. Ты посмотри, потекло. И буду вытаскивать. Красота, аромат стоит. Чеснок вы можете добавлять, может нет, у меня соль с чесноком, поэтому мясо готово. Оно получается 45 минут в духовке, достаю. Ай, какая красотень, какая красотень. Сколько подливы, то есть под гарнировочку. Хотите кашу, хотите макароны, хотите картофель. Просто замечательно. Аромат я вам не могу передать. Мне нравится такое блюдо, что по цене сравнительно курица, ну, дешевле, чем все мяса, которые есть. И готовится. И такое блюдо, хоть на праздник, хоть для обеда, оно просто замечательно. Хватит говорить, давайте будем пробовать. Ну что, беру тарелочку. И прямо отсюда. Вы можете, если компания своя, прямо вот так в противне ставить. И так, и беру мяско. Смотрите, сколько здесь подливки. Подливки шикарные. Она как застынет, она будет как холодец. Первым делом это сейчас вот кость у нас здесь. Я вот так разрезаю, чтобы вам показать, что внутри, внутри все полностью приготовилось. Возле кости, смотрите, вот нету нигде сукровицы. Вам видно? Сейчас, а то я так поставила. Смотрите. Сукровицы вообще нигде нету. Это самое главное, потому что курицу на кости трудно пожарить, вот быстро не получится, потому что будет сырая. Смотрите, какая красота, без украшения. Вот такое одно бедро, и весь вечер можно сидеть, салатика взять, и на гулянку, как говорится, на вечеринку, вот такого бедра достаточно. Вы ароматы ощущаете? Какая красота. Давайте уже попробуем. Что же у нас эта красота покажет на вкус? Прямо желейное такое, вот желейное, смотрите. Да ну, о чем говорить? И вот такой маринад, можно, ножик тупой, можно использовать для приготовления рульки, для приготовления любого мяса с шкурой и на кости. Ой, как вкусно, ребят. Просто сказочно. Ну что, желаю вам всем приятного аппетита. Я думаю, вы приготовите. Ничего сложного нет. У каждого есть соевый соус. У каждого дома есть сахар или мед. Но это действительно очень-очень вкусно. Соль я солила курицу, когда первый раз добавляла приправку для курицы. А вы уже смотрите сами, когда вам там солить. Сам вот этот маринад я не солила. Заходите на семейный канал, там нету кастрюль, но там у нас интересно. Мало видео, но все равно интересно. Подписывайтесь здесь, делитесь видео в соцсетях, ставьте лайки, дизлайки. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Спасибо вам большое. И самое главное, я все-таки надеюсь, что вы приготовите курицу именно по этому рецепту. До свидания, до новых встреч, до побачення, до новых зустрічей.